Всем привет, с вами снова Валерий. Продолжаем тему миграционного детейна, так как тема насущная, очень горячая, потому что я вот буквально неделю как выиграл суд и нахожусь дома. Вот. И еще свежие воспоминания. Что первым делом нужно сделать, когда вы попадаете в detention center, то есть так называемую миграционную тюрьму? Вот. Я уже как говорил раньше, что вы должны иметь контакты снаружи обязательно, потому что внутри вам... Ну, есть люди, которые помогают. Мне помогали первый раз связаться с моими близкими, там, помочь, позвонить, все такое. Но дальше вам никто помогать не будет. Вы должны как бы, ну, автономными быть. Поэтому вы попали в detention center. Первое, что нужно, наладить коммуникацию, связь. Узнать о своих правах, что вам необходимо. Если у вас плохое здоровье, вы можете написать medical request, запрос медикам, сказать, что у меня язва, гастрит, мне там нельзя это, то вам дадут medical tray, это диету. То есть, ну, через недельку, где-то через две вам дадут. Я вегетарианец, я где-то месяц боролся за свой вегетарианский рацион, потому что никто мне не мог дать достоверной информации, как это сделать. Я писал медикам эти реквесты, писал один за одним, и они говорят, а что мы можем сделать, почему ты вегетарианец, у тебя что-то болит? Я говорю, нет, тогда это не к нам. Потом только появился один офицер, и он мне порекомендовал, говорит, тебе нужно чаплину написать, священнику тюремному. Я написал туда запрос, это форма 801, вы просите у офицера, который сидит в дорме, он вам дает. В общем, пишите там, не пишите по-английски, кого-то попросите, он вам напишет. Вот, и через 3 дня у меня был мой вегетарианский рацион. Вот, что еще? Ну да, если у вас что-то болит, конечно, там глупая ситуация такая. Например, если у вас болит голова, вы должны писать этот реквест, но таблетки вам дадут только через день-два, когда уже голова не будет болеть. Вот, что еще? Деньги. Если у вас есть с собой деньги, вам положат их вам на счет, и вы можете ими пользоваться. Там есть услуги комиссарий, такой магазин, где вы можете покупать продукты питания, там супы вот эти, доширак, ханибаны, сладости какие-то, зубную пасту хорошую, потому что там то, что дают, это вообще какой-то клей столярный. Вот. Какие-то предметы гигиены, дезодоранты. Даже лекарства можно купить, анальгин можно купить. В общем, все такое. Вот. Поэтому необходимо, чтобы вам кто-то либо снаружи положил деньги, либо у вас они будут с собой, тогда они автоматически вам упадут на счет ваш. Вот. Ну, это все об организации и бытии, скажем так. Всем пока, хорошего дня.